И снова здравствуйте, всем привет. Итак, захотел сделать анимацию вот этого ранга, именно чтобы он играл на гитаре. Давайте сейчас сначала его подготовим, потом закину гитару. Так, первое, что нам понадобится, это подсогнуть все вот эти пальцы. Так, вот это фаланга, вот это. Делаем R. Выкрутку, чтобы нормально шла по осям. Так, теперь вот этот палец. Большой палец откинем назад. И немножко вот как бы вверх сюда. И согнем. Так, вот это что за кость? О, нормально. Так, эти пальцы будут держать аккорды. Так. Чуть-чуть надо, наверное, их поближе. Вот таким вот образом. Так. Чуть-чуть пониже, и вот этот тоже. Так, это не он, вот этот палец. Теперь выбираем все вот эти косточки, вот эти, кроме, наверное, вот этого куба. Решив левой кнопкой мыши его убираем, N панель. Сразу скринкаст кей, чтобы увидели, что я буду нажимать. И выбираем так, аддон драйвер действия. Называем его вот эти вот пальцы аккорды. И жмем make slider. Теперь, если мы будем вот ставить, видите, поднимать вот этот полузок, то будет у нас меняться именно пальцы. Так, следом что еще можно сделать? Так. Ну, давайте с артом поработаем. Тройка на нампаде. Закроем, значит, рот. Опустим кое-какие косточки. Вот так вот. Так, эти косточки чуть-чуть можно приподнять. Так, и у нас центральная тут нормалек. Пишем рот. Выбираем кости рта, который будет участвовать именно в анимации. Так, вроде выбраны. И применяем Make Slider. Рот закрывается, открывается, будет петь. Так, следом что еще можно сделать? Давайте поставим его в позу. Семерка на нампаде. Перекручиваем таз. Уводим с помощью MOV вот эту ногу назад. Чуть-чуть его посадим. Эту ногу чуть-чуть в бок. И семерка на нампаде R перекручен. Так, теперь понадобится немножко перекрутить вот эти кости. Так, семерка на нампаде — это кости позвоночника. Так, и упор G на эту ногу.
Тогда эту ногу нужно немножко вдаль и, возможно, тоже R чуть-чуть ее перекрутить. Так. Ну, вроде бы, как бы так бы. Так, теперь выбираем хвост, подтаскиваем его в бок. G. Эту ногу, наверное, еще вперед побольше. Так, G немножко назад. R еще больше выкручиваем. И, наверное, таз еще больше выкрутим. Так, теперь поворачиваем еще хребет. Как бы так бы. И немного так вперед выставку. А эту ногу тогда чуть-чуть сюда еще. Так. Ну, наверное, так как-то. Прописываем А и позу. Теперь заходим в Object Mode. Импортируем сюда FBX гитару. Это гитара Мигеля по прошлым роликам. Вот такая штука. Так, делаем ей S. Привязываем ее к геометрии. Уменьшаем. G. Подставляем единицу на нампаде. Смотрим, что у нее тут у гитары, значит, нормал отсутствует. Так, ну, в принципе, его-то и нет по материалам. Что тут? Во. Потом нормал найду, подключу. Shift A, сочетание клавиш, арматура Single Bone. Оттаскиваем вот эту косточку, делаем ей S, ставим ее на гитару. Единица нам палец чуть-чуть поровней. Выбираем гитару, выбираем кость и делаем Ctrl-P, Bone. Можно здесь нажимать, а лучше, значит, постмод Ctrl-P. Нажимаем Bone. И тут же выбираем косточку и заменяем ее Rig Tool на Finger. Все. Добавляем теперь чуть-чуть ее побольше, ну, чтобы можно было ее вот в этот квадрат выбирать. Заходим в Object Mode. Выбираем, значит, гитару. Выбираем нашего персонажа кости. И заходим в Post Mode. Выбираем гитару R. Ложим, подносим, подставляем, F перекручиваем, G подгоняем к персонажу, как-то вот так, на животу. Так, чуть-чуть ее еще поменьше, можно немножко завести в ранго. Семерка на нампаде и немножко, оба, еще подкрутим к этой ноге. Немножко пониже, ну, чтобы вот этой рубахи сквозь гитару не было. Потом можно будет еще подкорректировать там. Так, тогда еще немножко перекручиваем G, подгоняем. Ну, пока вот в таком духе. Выбираем вот эту руку, делаем G, делаем R, делаем перекрутку, так, N-панель я пока закрою, делаем перекрутку на струны, подгоняем ее
значит, вот сюда. Вот так. Струнам чуть-чуть перекрутим, просто он будет мотылять рукой. Чуть вперед выводим локтевую косточку, берем, перекручиваем. И раз перекрутили локтевую, тогда будем докручивать уже эту. Опа. Ну, есть такое дело. Теперь нам понадобится вот эту кость подтянуть, значит, к грифу. R перекрутить, еще перекрутить, выбрать ключицу, довести ключицу сюда, эту ключицу R перекрутить, можно чуть-чуть даже приподнять. Так, ну, на M, на EM он не будет, значит, играть, хотя можно вот этот позвоночник еще подкрутить вперед, значит, G, голову немножко выровнять, чтоб смотрел на людей, и немножко G, R, перекрутить вот эту косточку позвонка, чуть-чуть тазовую подровнять, смотрим, где у нас сама рука. Доводим и находим N панель. Так. Драйвер действия. Опа. И сгибаем наши пальцы. Так, это как-то так. G. N. Так, я сейчас в рандом переключусь, наверное. Локоть перекручиваем. R немножко подаем его как бы вперед. Ну а здесь уже подставляем. Можно, чтобы он играл вот на этих ладах. На пятом, на седьмом. Тогда будет зашибись. Вот так вот. Прописываем R. А, и все. Он у нас в позе. Теперь мотаем таймлайн. И нам нужно теперь пятый кадр. Так, пятый кадр. Так, это значит мы опускаем ладонь. Вот так вот. Это остается тут же. Выбираем вот эту руку, выбираем косточку гитары. Вот так. R. Чуть-чуть гитару приподнимаем. Рот можно закрыть. Да, закрываем рот. И прописываем А, И. Прописка прошла. Так. Ну, здесь мало движений, да? Значит,
Первый пока оставляем. Рот немножко открываем. А и прописка. На 10-м выбираем таз, выбираем руки, выбираем гитару, делаем подъем. Чуть-чуть так вот раз. Можно немножко перекрутить. И вот эту руку G, R перекручиваем. И локоть опускаем немножко. Раз. Ключицу немножко приподнимаем. Во. Голова идет. Семерка, значит, вот сюда. Наклоняется и рот закрывается. А и прописка. Ну вот уже нормально, уже по струнам лупит. Так, на 10-м. Ну, наверное, на 7-м еще добавим. Так, это где у нас рука? На 1-м она будет. Вот здесь. Пальцы немножко перекрутим. Мы прописываем, значит, А, И. Здесь он раз, уже рука пошла, все, вот трясучка, dance, dance, dance. Вверх, это значит здесь вниз, вверх, на 15-м передвигаем аккорды. G. И лапу, значит, вниз. R. Вот так как бы. О, чтобы пальцами ударил. А чтобы пальцами ударил, нужно пальцы подзагнуть. Так, этот, значит, палец сюда. Вот так, так. Есть такое дело, и немножко пусть попоет. Это значит И, а это А и прописка. Так, теперь у нас получается, что он должен петь и на энтом. Так, здесь пусть будет больше открытый. Тоже прописываем английское И. И потом на 10-м кадре английское И. То получается, нормально получается, да? Так. Хвост.
Давайте пропишем хвост на пятом, значит, G чуть-чуть вбок, а и на пятнадцатом, на пятнадцатом тоже в эту сторону, в эту лучше, а и прописка. Так. Здесь еще нужно вот эту часть отвести. Именно задницу этой кости, вот эту тазовую, ну вот где привязана к тазовой кости, вот это начало хвоста. Ее. Так, теперь что еще добавляем? А на 15-м, значит, голову вверх поднимаем. Тут можно еще с глазами поиграться. Так, глаз R1 сюда на зрителей и посмотрит. А этот R сюда. Так, смотрим, где у нас первый кадр. Вот он. Здесь у нас рот закрыт. Прописываем английское И. Бэнс, 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 потер. На 20-м кадре R перекручиваем руку. G. Выгибаем ему спину. Так, гитара. Гитара должна немножко, как бы, наверное, перекрутиться вот так и опуститься. Так, хвост уходит в бок. Немножко он дает как бы осадку. И наоборот, приподнимается, уходит в бок. А, и прописка прошла. Так, на 25-м кадре. Ну, на 25-й кадр можно вот 5-й скопировать, это А. Выбираем все кости и Shift-D на 25-й копируем, значит, вот эту позу. И ее теперь перерабатываем. Выбираем все нужные косточки. Допустим, вот руки. Вот так. Что нам еще нужно выбрать? Ну, давайте сделаем R. И вот эту кость тазовую выберем. И чуть-чуть нагнем его вперед. И когда он бьет по струнам, здесь уже у него рот, значит, закрыт. Прописываем I. Вот эту часть. Так, нормально, да? И А. И прописываем всю анимацию. Бэнс, бэнс. Так, вот эту руку прям пониже уводим. Раз. И ключицу. И голову так вниз. Опа.
например, народ чуть пусть открытый будет. Перепрописываем и, а здесь а и. Тен, и рука прям раз и далеко пошла. Следом он должен как-то вернуться на вот эту позу. Сначала давайте скопируем 15-й Shift D на 30-й. И так, это он значит на 30-й. Нэнс. Все, вот удар прошел, бац, играет. И на 30-м он распрямляется. И рука вверх поднимается. А, и. Потом на 35-м берем первый кадр Shift D на 35-й. И здесь уже дорабатываем. Он должен руку опустить. А, и. О, подпер, давай, брателла. Так, вот еще что мне не нравится, это, так, это значит раз, рука здесь, а здесь рука выше. Можно, чтобы он быстрее играл, добавить еще где-то в промежутке, но здесь вот задержка будет, здесь удар, тоже вроде как нормально. А здесь можно немножко, значит, подобавлять вот этих переходов движения руки А, И. И тогда он будет, видите, быстро вообще хреначить. Ну, тут, правда, не четверка, не шестерка бой, а просто блатной, наверное. Так, а здесь у нас получается... Так. Чуть-чуть переработаем подъем. Как-то так. Немножко перекрутим. И R. Плечо, значит, кверху. А. И что получается? Удар. Вот он удар пошел. Здесь подъем. Нет. Сейчас я мать допишу и подойду. А, и вот так моя будет. Во. Тен. Красавчик. Так, на 20-м аккорды нам не надо. Рот. Так, он здесь рот открытый. На 20-м мы его закрываем. Это значит и. И на 25-м рота пусть будет открыта. Тогда на 28-м закрывается. Не до конца пускай так. На 30-м открывает опять. Потом на 33-м. Да, ну-ка. Здесь чуть-чуть его подзакроем. Так, и надо добавить движение ноги. Вот где он удар идет вниз, вот этот.
значит, где подъем руки идет. Вот так пропишем. А, и перекрутка, вот эта вот косточка, она перекручивает, видите, ступню. Если мы нажмем сейчас G, вот он, тен, сможет ногой так подшлепывать. Так, а здесь, вот раз, нога, видите, так, где она тут? Вот она подбивает немножко, значит, тройка на нампаде. Это значит G. Чуть я пониже. А, И. Так, на 20-м кадре. Или на, вот на этом кадре, на 10-м. Делаем R, а тут G. Пишем А, И. И на 15-м G. А, И. Так, смотрим, что с ногой. Вообще. Так, а здесь что-то с ногой сделаем. G. А, и приподнимем. Так, вот с этой, наверное, частью с ногой здесь немножко будет перебор. Давайте R, а, пардонте, G, опустим, А, И. И здесь тоже немножко G опустим. Вроде нормально. Так, а ну-ка смоем. Ну, уже нормально. Так, где она тут на каком она тут кадре прописана? Так, вот эта нога слишком быстро опускается, нужно ее Shift D дописать на 25-й. О, уже чуть-чуть замедлилось, уже пойдет так. Ну и вот с этой ногой тоже надо подразобраться. Это значит вот эту удалить.
Delete. А ну-ка. О, все, уже мягче стало. Тут уж слишком часто было поставлено. Ну и добавим немножко по аккордам, да? Так, здесь вот, видите, проваливается рука. Нужно ее немножко подкорректировать вот в этой части. И. Ну, да, нормально скользит. Так, в цвете как это будет выглядеть? Без костей. На пупок ему чуть-чуть убрать. Так, пальцы попадают. Здесь удары прям хорошо идут. Можно еще, ну, почетче сделать сгиб пальцев, чтобы пальцы прям видно было. И будет зашибись. Ну и еще каких-нибудь докидать таких приколов там. Гитару там замахивает или еще что-нибудь. Ну или сделать под какую-нибудь музыку его. Это вот жесткий такой рок, наверное, будет, металл. Вот наложить сейчас вот, сделать рендер и наложить музыку вот на это дело. Она заиграет, наверное, прикольно будет. Так, теперь выбираем персонажа. Сейчас я зайду в Object Mode, файл, это Save As плюсом. Этот файл я вам оставлю в описании. Вы можете потом сами с ним здесь поприкалываться, поэкспериментировать, попробовать анимации. Так, тут, кстати, вот в этом файле уже и рубашка отдельная сделал. Можно тут ему одежду менять. Так, что еще? Так, вообще, что я хотел? Так. Лифт. Там 5. Shift A. Mesh. План. F. Можно сцену ему сделать. Зрителей добавить. Там куклы у него уж были. Пальму какую-нибудь сзади. Ковер на пол. Или там аквариум его. Так, еще зубы мне надо ему сделать и язык. Ну, это я уже в следующем ролике, может быть, покажу, как делаться. Так. А, я хотел рубашку у него убрать, чтобы рубашка не просвечивалась через гитару. Это заходим в Sculpt Mod, выбираем тянучку. И вот это дело все убираем. Персонажа. Да, там будет вмятина. Но зато уже сквозь гитару все это дело не будет просвечиваться. О, вот теперь нормально. Можно добавить шипки. Или, ну, просто потом, когда файл у вас будет, немножко вытяните. Или я два, наверное, кину. Вот давайте это тоже с исправленным. Это файл Save As. Напишу исправлена рубаха.
исправление меша. И все. Так, добавляем материал на пол. Вот эти еще надо посмотреть, что такое импорт сюрфейс, импорт сум. Я еще не пробовал. Андрей. Полихейс. Что-то. Новый создаем. И делаем. Можно пустыню там желтую сделать какую-нибудь. Ну все. Ноль на нампаде. Shift F. Сочетание клавиш. Корректируем камеру. Переходим на лифт. Можно еще свет отрегулировать. R 0 перебор ну вот как-то так делаем dance. О, кстати, можно с индийского фильма наложить на него вот это танцор диска песню. Все, всем пока, до свидания.